Еще недавно поговаривали, якобы Валерий Меладзе не сможет выступать на территории России после нелестных высказываний о стране. Но похоже, это не так. Валерий дал концерт на частном мероприятии в северной столице. Несколько дней назад исполнитель заявил, что готов приступить к работе. По всей видимости, у Меладзе началась активная гастрольная деятельность. Несмотря ни на что, россияне рады видеть певца на своих мероприятиях. Где-то в Питере сейчас выступает Валерчик на дне рождения подруги. Поздравляю, конечно, но, как понимаете, не от всей души. Поделилась одна из пользователей сети. Правда, не все пользователи с воодушевлением восприняли эту новость. Многие считают, что Валерию Меладзе стоило бы извиниться перед жителями страны. Гнать его в шею, как и брата, пусть идет следом за Брежневой, которая в Италии отсидела. Что-то мы добрые слишком, прощаем всех, гневно высказались пользователи сети. К слову, сейчас Валерий Меладзе предпочитает говорить с поклонниками о творчестве и делиться лишь позитивными моментами.